Качественная медицинская помощь в шаговой доступности – основной приоритет государственной политики. Об этом не раз говорил президент страны Владимир Путин. Сеть медицинских учреждений расширяется на территории нашей республики. Сегодня в поселке Альгешево открылась новая стоматологическая поликлиника номер 7. Раз, два, три! Лечение и реставрация зубов с использованием современных методов анестезии, все виды зубопротезирования, детальная имплантация, компьютерная рентгенодиагностика. В поликлинике огромный комплекс услуг. Лечебные кабинеты оборудованы современной стоматологической техникой. Для самых юных пациентов предусмотрен игровой уголок. Стоматология Чувашской республики, она на сегодняшний день вообще является, можно сказать, такой лучшей. Почему я так говорю? Потому что москвичи приезжают к нам зубы лечить по разным направлениям. Почему? Качество и цена. Задача наша общая такая, вместе с общественностью, вместе с вами, уважаемые горожане, чтобы мы научились ходить к стоматологу один раз в полгода. Или по-другому говоря, два раза в год. Тогда у нас зубы будут всегда белые, крепкие, надежные. Все виды медицинской помощи здесь доступны и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. По федеральной программе «Доступная среда» в стоматологии установлены пандусы и туалеты для инвалидов. Мы видим, насколько хорошо и красиво здесь все сделано. И это только первый шаг. Вторым шагом будет открытие детской поликлиники. И хотелось бы, чтобы она была тоже, и я думаю, что она будет вот тоже такая же красивая и современная. И следующий этап – это открытие взрослой поликлиники. По плану детская поликлиника распахнет свои двери в День защиты детей 1 июня следующего года. Взрослая же откроется в августе-сентябре. Кстати, в столичных микрорайонах Садовый и Новый Город тоже планируют открыть подобные поликлиники. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.